В начале апреля 1919 года войска Колчака были уже в нескольких десятках километров от Самары. Казалось, что еще немного, еще один рывок, и Самара падет. Ну что, господа большевики, пришли ваши последние денечки. Думали те, кто спал и видел, как по Дворянской расхаживают не комиссары и мужики в лаптях, а их благородие и, может быть, даже сам верховный главнокомандующий. Что такое штаб Южной группы войск Восточного фронта и где он находился? Почему Колчак так и не взял Самару? Куда и как закатилась звезда адмирала Колчака? Я Михаил Перепелкин. Еще не сорваны погоны и не расстреляны полки. В начале марта 1919 года почти полумиллионная армия Колчака перешла в наступление и заняла Уфу, Белебей, Бугуруслан, Орск, Актюбинск и еще некоторые другие города. Еще немного, еще один решительный шаг, думал Колчак, и Самара будет наша. А там и вся Волга, и вся Россия. Боже мой, помоги нам, помоги нашей бедной России. Еще в ноябре прошлого 1918 года на заседании Совета министров Объединенного антибольшевистского правительства Колчак был объявлен верховным правителем российского государства. Тогда же первым своим приказом по армии он возложил на себя обязанности верховного главнокомандующего. Боевой офицер, участник русско-японской и империалистических войн, Колчак был настроен решительно. Нельзя останавливаться ни перед чем, чтобы избавить Россию от большевистской заразы. Между тем, 10 апреля на заседании Реввоенсовета Республики было принято решение о создании Южной группы войск Восточного фронта с центром в Самаре. Командование Южной группы было возложено на Фрунзе. Вот здесь, на углу Саратовской и Москотельной, а сегодня это Фрунзе и Льва Толстого, расположился штаб. Именно здесь разрабатывались планы по уничтожению Колчака. Чтобы попасть в кабинет командующего, нужно было пройти вот через эту дверь. Здесь днем и ночью проводились бесконечные совещания, раздавались голоса спорящих, и чаще других звучало «Колчак», «Колчаковцы», «Наступление», «Нельзя медлить». Медлить и в самом деле было нельзя. Или нужно было собрать все силы в кулак и отбросить Колчака от Волги дальше в Сибирь, или он вот-вот возьмет Самару. В ночь с 27 на 28 апреля здесь было особенно шумно, а утром 28 началось наступление красных. Это река Кинель. 90 лет назад, в конце апреля, вода в ней была совсем ледяная. Но это не остановило красноармейцев, которые переправились через реку в районе Бугуруслана и выбили оттуда колчаковцев. Так на берегах реки Большой Кинель начала закатываться сиявшая до этого ярким светом звезда адмирала Колчака. Почему Колчак так и не взял Самару? Говорят, сказалось его неумение руководить сухопутными войсками, кадровая необеспеченность его армии, отсутствие тыла. Так или иначе, но именно здесь, на берегах маленькой реки Большой Кинель, решилась судьба и российского государства, и его верховного правителя. Жребий давно и не нами брошен. С вами был Михаил Перепелкин.